дети мои, да союзники, вас зову, вас призываю, охраните меня, ведьму Наталью, от брата, от отката, от перехвата, от сущей чужой, от беды любой, меня Наталью охраняйте, чужих не пускайте, словам моим крепь да железная цепь, так сказано, так и будет, а латырь. Отче наш, жизнь на небеси, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Оди из искушений, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царствие, силы, слава навеки. Аминь. Дай Бог мне добрый час в работе моей. Помощи прошу, всех духов призываю, всех своих защитников, всех своих стражников. Как по левому плечу, так и по правому плечу. Да будет так. Николай, угодник Божий, помощник Божий, ты и в поле, ты и в доме, в пути, и в дороге, на небесах, на земле, заступись и сохрани от всякого зла. Аминь. Защита перед работой. Знак, кто здесь из моего рода? Кто здесь из моего рода умершие? Дайте знак. По какой линии? По матери или по отцу? Кто здесь? Дайте знак. Умершие по матери. Да. Умершие по роду отца. Да. Благодарю вас.